В протоколе записывали все дословно, с ваших слов? Не помню, что такое. Ну, наверное, да. Ну, потому что вот то, что... Предлагал ли вам следователь? Может, честь защитник не дает ответить? Будьте любезны, пусть сначала свидетель ответит. Я считаю, что защитник оказывает давление. Обзывался. Вот, например. Да, ну, во время планерки бывало, и во время работы угрожало, что, типа, уволят там. Угрожало уволят? Да. Была строгой. Медсестры жаловались, да, постоянно. Бывало иногда принудительно. Иногда я ругала. Бывало и оскорбления, бывало и крики. Бывало и иногда и подшучивала. Кто ругался? Ну, Ольга Владимировна. Хорошо. На планерке, да. Чей адрес и какого рода оскорбления? Ну, адрес всех. Иногда и лично кого-нибудь там задевала. Лично? Всех медсестер, кто на планерке был, например, ругалась, обзывалась. Это нецензурная грань была? Ну, бывало, но да, нецензурно. Пожалуйста, только здесь нецензурных выражений. Здесь нецензурно. Хорошая, добрая, отзывчивая всегда была. Всегда во всем помогала. Но она всегда позитивная была, всегда улыбалась. Почти как заместитель Саши медсестры. Она жаловалась на работу также. То же самое, график не устраивает она. То есть маленький ребенок там дома оставлять. Не с кем было, например. С ребенком даже приходила на работу. Она какая-то подавленная, что ли, была. Скорбно, конечно. Печально, скорбно. Да, жалобы были и... Как-то так.